Ничего нельзя сделать. По середке прям зашел, сразу заткнулся. И говорить нельзя, пошли. Свет можно выключить. Мир дома сильно. Вот они где, на молитве они стоят, а где? Вот они где. Ты что, приболела маленько? А ты вот разувалась, а там песочек-то холодный был. И тебя этот мороз захватил. Давайте помолимся. Давай. Господи, благослови нас. И грехи, даруй здравия. Поклонись. Перекрестись рукой. Вот она мне, молодец какая. Кланяйся хорошо, вот так вот. Вот, давай, встанем на коленочки. Становись со мной рядом. Дивная милость твоя, Господи. Слава тебе за этот день. И даруй послушание всему дитяти. И уразумей родителей. И через страдания детей ты находишь родителей и родных. Милости твоя полна земля. Яви милость твою. Соверши на ней избрание твое, дабы она была исполнена Духом Святым, ходила по заповедям твоим и была доброй благовестницей. А у меня мама. Радость. А? Мама. Ну да. Мама. Хорошо. Слава Иисусу. Во веки веков. Аминь. Так, ну все тогда. Мы уже там помолились, утренние молитвы были. Спаси Христос. Слава Христу. Дело Давай в том, что вернемся. она как встала, это не на руках только, на руках она у меня спала. Давай вернемся назад. Она всю ночь не спала сегодня. Я это слышал. Так, садись, а то ты упадешь. Теперь вопрос такой. Когда, видишь, как книжка-то, это, она будет порвана. Подожди, а ты уронила, а корочки оторвутся у ней. Потихоньку, пусть полежит там пока. Вот, дело-то такое. Когда это вообще, а кто это изрисовал-то? Ну это она первый раз, когда, а потом уже. Ну как это она? Такая книжка, главное, смотри. Такая хорошая книга, Библия для дипя, детская, с картинками. Прекрасная просто. И уже все исчерканное. Что, она научилась что-то? Это в январе еще она так сделала, а потом. Ну хорошо, но в январе это в феврале. Сейчас уже нету. Но это осталось. Зачем ты сейчас говоришь-то? Февралем, январем там это. Это вообще, ты видишь, я делал замечание в воскресенье там у Лены, девочка, а я рисую что-то там, ну хоть один раз поучите ее рисовать-то. Не знаете, покажите другим. Она в феврале сегодня это сделает. Она бегает, я тебе говорил, одну к песку не пускать. Говорил? Ну. Нет, говорил или нет? Ну говорил, конечно, но я что, ты открыл там. Обожди, теперь ты не на меня не сваливай. Я открыл. У нас песочница сделана, она закрыта двумя щитами. Я ее открыл. Она должна прогреться. Дети любят здесь. А я ее открыл. Она закрыта, чтобы кошки туда не ходили. Что я неправильно сделал-то? Ну, там... пока ребенок там, не надо было открывать. Ты смотришь за ребенком. Я за песочницу подготавливал. Ты нежно смотри. Я занята была здесь. Ничего нельзя. Около Понимаешь, даже она еще не выздоровела, ты уже на меня опять скатываешь. Ну я понимаю, что я виновата. Тебе ребенка дали, тебе, ты должна смотреть. Я подошел песочницу сделать, я ей-то не занимаюсь. Я к ней никакого отношения не имею вообще. Там листья были, все, я выбрал, прочеркал ее, чтобы там быстрее просохло. И да, везде, где песок был, сделал ровно, то есть все сделал. Ну, он сказал, только песок девочки любят нагружать и куда-то выносить. У нас нет песка, смотри, чтобы она его песок не выбрасывала. Она сейчас ничего не делает, просто так летает. Это не надо делать. Не надо. Ну, она тебе расскажет картинки. Сейчас она пока все нет, уже подожди, знает. Маленечко. Подожди, все, ладно, подожди. Определяй. Одной рукой листай это. Дальше. Она тут же разулась, побежала бегать босиком. Где, какое место она босиком? Она садилась туда, холодный песок. Да. Ну, понятно-то. Вчера Володя опять закрывает песок. Ну, дай ему прогреться. 20 градусов тепла, тут она за один день. На... Ну, тут всего сантиметров 10 песка. Теперь она на качели качается. Я видел, она качается, это здорово. Она может упасть, но она держится. Ну, у нее руки-то ничего не держат. Тогда я сделал сзади, переплел веревочкой, все как надо, чтобы она никак не упала. У вас техники безопасности никакой нету.
И она тоже заболела, я ее на руках держала. А без этого нельзя разве было? Ты сказала бы, земля не прогрелась, босиком, босиком вредно. Ничего этого нету. Ты звонила своим, постелила на скамейку, легла спать и уснула. Ой, да нет, не это же уже когда? Никогда не уснул. Я просто, они были с Володей, а я полежала. Мне плохо было, у меня сердце было. Теперь тебе. У меня сердце болит и голова болит. И мне плохо было. Так. Высокое давление сильно. Ты правильно говоришь. Я легла на скамейку. Это буквально доля минуты было. Ну не оправдывайся ты, ну какое-то нечеловеческое прямо самооправдание. Нет, не самооправдание, но ты не знаешь, а я тебе говорю. Да не надо говорить. Я не спала там. Я доля минуты посидела. Помолчать можешь? Игнатий, ну ты когда... Мне не надо ничего говорить. Еще раз говорю, она уже болеет. Болеешь ты, еще доказывает, два больных. У тебя кто бы ни был, он будет больной. Я тебе говорил, днем никогда не ложиться. Прихожу, спишь, двери все открыты. Говорил? Игнатий, ну это было когда? Никогда. Вот даже, ты знаешь, 180 давления на 90 или на 105. Мне, я даже стоять не могу, голова кружится. Сейчас остановись. Вот все, я... Ну попробуй остановиться, не разговаривать. Ну в этот момент надо лежать. Попробуй остановиться, попробуй закрыть рот. Опять. Не получится. Ну ты не знаешь, я поэтому тебе говорю. Да мне не надо знать, попробуй остановиться. Учить жене не позволяю. Да я не, я не учу. Попробуй не разговаривать. А просто констатирую факты. Попробуй не разговаривать. Попробуй, руку положи вот так на уста. Руку, говорю, положи вот так на рот. Понимаешь, нельзя остановить. Неужели вам непонятно, что не ты это делаешь-то? Так ты никогда сейчас не даешь сказать. Сейчас не надо, не надо. Пока я не уйду, не разговаривай. Попробуй, закрой рот. Всю жизнь закрой рот. И прорывается-то она и все. Учить жене не позволяю, не властвовать над рот. Да я не учу, я констатирую факты. Не надо объяснять факты. Да факталось. Давление, сейчас я расскажу. Ты делаешь неправильно. Днем ложишься. Зачем ложишься? Сядь вот здесь вот. Постери там как угодно и голову вот сюда, обопрись и все, вот так вот делай, вот как я делаю, вот, ноги можем вот так вот, а все, и вот в таком положении ты подреми минут 15, у тебя давление-то как, голова-то там, оно должно быть давление, ты бутылку наклони бутылку, куда будет давление-то идти, на пробку, сейчас ничего не надо. Я так и делаю, я так и сижу, вот так вот поставлю так, подушки, подожди. Я вот так вот и сижу. Сейчас подожди, только ну ты попробуй не говорить, сейчас закрой рот. Опять. Прям тебе нельзя никак. Игнатий, ну ты-то не знаешь, знаю. Я тебе констатирую так. Факт. Остановись. А ты не знаешь, что я сплю. Остановись ради Христа. Во имя Иисуса Христа, да выйдет сатана из тебя. Аж разрывается вся. Я прихожу, двери открыты, никого в доме нету. Ты лежишь, рот раскрытый, ну, во сне вот так. Сейчас подожди. Все это на весь мир сейчас. И ты спишь, лежишь вот так. Сейчас не дергайся, подожди. Я не... Вот ты понимаешь, я вот так вот поставлю эти подушки. Ну подожди. Не я надо себе стену делаю, я вот так вот лежу. Ты лежала вот так, голова здесь уже, никакой подушки нет. Я сказал вот здесь только, на кровати подходи днем. Я сним. Сейчас, подожди, бабу ну, надо... Мне же не 30 лет, ну, ты поможешь, не 50, сейчас ты понимаешь, что мне тяжело, попробуй, я стоять закрой, не могу, рот закрой, голова попробуй кружится. Сейчас, попробуй. Ну, рот закрой, попробуй. Ты ничего, ты предполагаешь свое ложное ну, попробуй предположение рот закрыть. Всегда высказываешь. Рот закрыть, попробуй. А мне не даешь сказать. Вот понимаешь, тебе неужели непонятно? Ты рот не можешь закрыть, он тебя разрывает буквально. Что доказывать, когда у тебя давление? Ты его создала искусственно. Да уж куда искусственно. Ну попробуй рот закрыть. Давление. Вот как он твой крутит, как хочет. Болеешь, что ты не я. Вот, как кровати, не прикасайся. Встали, ага. Все это убери, не скрывайся ни от кого. Мне не нужны эти тряпки-то. Навешала их тут. Дай дышать ребенку. Сюда больше не навешивай это. Ну, конечно. Когда домой... Ты чего вот распоряжаешься в моей так. комнате, как хочешь, так. Так я тебе, как хочу, так... Тебе муж-то не нужен. Не нужен. Ты распоряжаешься где-то. Для тебя все оборудовали, все отремонтировали. А то все мгновенно уже встала на ноги. Не ложиться днем никогда. Не ложиться, как кровати не прикасайся. Вот сидя вот сюда, вот сидя. Ты, я положила подушки, надо лежать. Сейчас на скамейке лежала днем. Не ложись, у тебя давление. Ну, горизонтально лежит. Я работал в ночную смену. Сторож был, работа такая. Приходил и ложился. Голова сразу начала болеть. Голова у меня вообще не болит-то. Исключил. Это было лет 30 назад. Все, больше ни разу голова не болела. Лекарство-то плохое. Денег не стоит, а вам надо деньги платить. Оно плохое тем, что легко выполняется, не подходит. Последствия какие, то, что я делаю? Никаких. Веселое, радостное настроение. А тебе надо обязательно сделать, чтобы ты заболела. Сколько раз я тебя захватывал? Зимой выскакивает раздевшая. Ну зачем ты? Ты меня хоть раз видела раздевшую? Ни разу. И дальше ха-ха, по неделе. Ну не выходи раздевшую. Да я только на минутку.
Я сказал, не выходи. Игнатий, мне нужно открыть дверь. И ты говоришь, ты что так долго не открываешь? А я пока оденусь, пока обуюсь, к тебе выскочить. Отдельно а стоишь на крыльце, меня нету даже. Я открываю дверь, гляжу, ты стоишь, раздевши. О, неправда. Когда уже показался на снимке. О, ну зачем это делать? Вы сами себя не уважаете, не любите. Ребенок это все видит. Я сколько раз тебе подходил позавчера. Ребенок бегает без присмотра. Она выглядывает из подворотни. Там бегают собаки. Она одна. Она может раздразить собак. Чужие люди. Она выскакивает. Не выпускают туда одну. Она под ворота вчера вылазит. Володя уже захватила. Она вылезла. Она тоненькая. Она прям под ворота вылазит. Что я сказал тебе? Неправильно-то. Ты взяла ее. Но да не вылазит тебе... она там. Сейчас там попробуй не разговаривать, вывести. Пока я не уйду. Попробуй. Не получается. В самом начале я сказал, ты болеешь. Нет, я не болею. Я говорю, ты болеешь. Ты ее возьмешь и будешь болеть. Что тогда? Ну, так и есть, как я сказал. Потому я тебя знаю. И знаю, это ребенок. Вот так. Не трогай. Нигде на вытаскивай там ремень, стучит на глазах. Этого нельзя делать. Не трогай ее. Тебе ничего не сделать с ней. Такую беду наживешь, что тебе не проглотить никогда это. Из-за чего было там? Горячая вода, она может опрокинуть. Дверка раскаленная, она бежит, споткнулась. Она в духовку натолкала, видишь, как дымом все. Сгорела там, кукла вся оплавилась. Я говорил, смотреть-то за ней надо постоянно. А ты молодец. Молодец, видишь, она какая. Ну ты оговариваешься, что тебе оговариваться? Ты молча накапливаешь сюда-сюда. Не ложись как кровати, на кровати. Идем. Не прикасайся к кровати. Что, не подходит? Так и будешь болеть. У меня давление. Начинают цифры какие-то. Почему наше давление не знало? Ни мать, ни дед, ни бабка. Они днем никогда не ложились. Бог дал тебе организм. Ты этот организм, то есть сохрани его в целости. Еще Иванов говорил, этот антихрист. Главное, болезнь не впущать в тело. Не впущать. Вот и все. Поел ребенок, все убрала, чтобы она с кусочками тут не бегала. Давай, ты слушайся бабу. Днем поспала где-то, ее надо ложить спать. Она ребенок. Под ней побольше там этих клеенок. Клеенки-то где у ней тут? Клеенки-то где у ней? Ну там они. Все клееночками, чтобы она нигде не замочила. Остальное постирать. Она маленькая девочка. Днем не ложится, попробуй. Ты же знаешь, я пришел, дверь открыта, никого нигде нету. Ты лежишь рот корытом. Тебе это не надо. Давай помолимся. Иди сюда. Помолимся о бабе теперь. Баба более больная, чем ты. Иди сюда. Гликерия, иди сюда. Давай сюда. Ты с левой стороны, женский пол. Господи, слава тебе. Хвала тебе, наш Господь. Устрой жизнь нашу по воле твоей, по заповедям твоим святым, дабы ничем нам не огорчать тебя. Истинный Христос, хвала тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Да благословит вас Бог. Что ты не ушел уже опять? Снять эти шторки надо, они не нужны. Боитесь не того, что надо. Так, ну все, пошли мы. Давай. А куда ты пошел? Все, пока, все. Слава Иисусу Христу. О-о-о. Иди закрывайся, Надежда Васильевна. Закрывайся. Потому что ночь темно, еще полшестого только вон часы идут. Все. Так, теперь чего у тебя в стенках это стоит-то, вот это вот? Зашел я в нее, долбанулся ногами, то чуть не опрокинулся. Зачем ты посреди дороги-то поставила? Где свет? Вот это зачем? Я говорил, вот как дверь от косяков до сихов, косяков. Это я вчера воду в холодную поставила, потому что. Я говорил, не ставить. Я говорил, никогда ничего не ставь. Ни на одну минуту. Это проход. Ну представь, я ночью в темноте. Я ничего не могу сделать. Еще она опять сделала-то. И всегда что-нибудь ты придумаешь, как упала. Только чтобы ступня проходила. Ну разве так можешь жить? Убрать и никогда не ставить. Ну, хоть какое-то правило одно введи у себя. Ну, вчера мне некуда поставить. Понимаешь, этого. На все оправдание есть. Ну, некуда поставить. Я упал, разбился. Еще дальше. А кто знает, что придет в 3 часа? Беда какая. Так. Ну, все. Уходим.
Вот так. Все. Слава Христу. Никита у нас тут оставался один, молился. Пока хотел с нами идти. Я говорю, а зачем с нами идти? Посмотреть. Смотреть мне еще два больных. Это праздное любопытство. Все на этом. Давайте утренний отчет дадим перед Богом.